Всем привет, мои хорошие. У нас утро. Я только что проснулась, буквально глаза открыла минуты две назад. Не умылась, ничего. Сейчас я буду сразу готовить детям кашу. Погода у нас отвратительная. Ветер холодный такой. Ладно, даже показывать не хочу. Сихрашка спит, а Сланчик там в зале. Папы нет, никого нет. Так, какую кашу буду готовить? Овсяную овсянку. Овсянка у нас вот она. Буду готовить овсянку, поставлю чайник, заварю чай. Буду ждать потихонечку, пока Зихрашка проснется и папа придет. Папа, скорее всего, пошел или машину помыть, или куда-то на район здесь по делам. А сегодня суббота, он далеко не пойдет. Вот я не расчесанная, вот такая вот я просыпаюсь. Кладу небольшую такую кастрюльку, наливаю воду. Детям я обычно готовлю на воде покупной. Соль. Так, вот столечко. Сперва в тарелку, потому что часто бывает, что лишнее закидываешь в кастрюльку. Папа с утра разложил мытая посуда. Здесь была гора с ночи. Разложил, видимо, ее. А, маме? Ты водичку пьешь? Молодец, пей, солнышко. Так, надо со стола убрать быстренько шоколадку. Я ночью пила чай. Сладости. Это принесла заловка. Все надо прятать. Потому что Аслан уже требует. Угу. Молоко. Где наше молоко? Ой. Надо вытащить гранаты чищенные. Я не забыла. Ух ты, что-то оно выливается. Плохо закрыли. Сейчас, секундочку. Ага, конечно. Мамы работы всегда найдется. Что ты делаешь, что? Это молоко, которое нам администрация дает, государство выделяет. Масло забыла. Вот такая вот я бываю, пока не умоюсь. Пока не умоюсь, я никакая. Так. Здесь больше нету, что ли, масла? Нет, здесь больше нету. Надо из морозильника достать. Масло у нас сливочное заканчивается очень быстро. Да. Когда оно теперь разморозится? А
ладно, мои хорошие, закрываюсь. Я думаю, вам не очень интересно смотреть, как я туда-сюда хожу. Аслан, ты чем занимаешься? А? А ну-ка, не надо воду выливать. Попил? Все. Не надо выливать. Ты потом наступаешь на нее. Иди посмотри, Зихрашка что делает. Иди разбуди сестренку. Пора вставать уже. Че, как нам просто тут? Я покупала до этого другую. Это вот первый раз готовлю. Так, я накормила своих малышей. Теперь будем завтракать сами. Накрывал на стол муж. Эрси копалы. Не дай ему рта. Яичница. Сосиски сварил местные. Кстати, неплохие сосиски. Сыр, оливки, зелень. Чай. Всем приятного аппетита, кто за столом. Я за это время, пока он накрывал на стол, успел привести себя в порядок, сделать утренний уход, намазать кремики. Вот. Все. Кушайте, кушайте, пока дети не опомнились, что нас нет. Мои хорошие. Сварила я деткам мясо. Так, сейчас свет. Это мясо, я его сейчас нарежу на мелкие-мелкие кусочки, расфасую по пакетам и в морозильник. Это у нас бульон. Я обычно, когда варю, добавляю одну или половину луковицы, соль и лавровый лист. Сейчас я его процежу и тоже уберу в холодильник. На нем можно готовить детям супчики, варите гречку, рис, если даже хотите. Ну, в основном гречку и супчики. Так, сейчас для тех, информация для тех, кто сейчас начнет мне писать и говорить, что ой, как можно давать детям мясо из морозильника, проще же купить кусочек, сварить сразу и приготовить. Покупайте, варите, готовьте, растите ваших малышей так, как вы считаете нужным, пусть они едят у вас все самое полезное, вообще не дотрагиваются ни до чего вредного, ни до каких микробов и бактерий тоже вообще. Пусть они у вас растут в безопасности, полной изоляции. А мои вот растут вот так. Едят размороженное вареное мясо. Представляете? Меня, видимо, смотрят мамочки, которые даже мясное пюре в магазинах не покупают. Видимо, оно так. Читала на днях пост в Фейсбуке, девушка спрашивает, с какого возраста вы начали давать своим детям сосиски? И представляете, там, наверное, человек 200 отписалось, я не помню сейчас уже, сколько там было комментариев, но они продолжались и продолжались, и все 200 человек пишут, мы вообще не покупаем сосиски и колбасы, никто в семье их просто не ест, понимаете? У меня возник автоматический вопрос. Кто же в магазине их вообще покупает тогда? Ну, в интернете же мы все такие правильные, умные, дисциплинированные мамочки. Но в жизни-то все наоборот, мы все это знаем. Вот. Говорю тем мамам, кто такой же, как и я, очень удобный метод сварить свежее мясо до состояния тушенки. Оно вот, знаете, вот такое... Вот его спокойно вилочкой можно разделить и расфасовать по пакетам. Когда расфасовываете, чуть-чуть бульончика тоже добавляете, чтобы вообще прям сухо не было. Вот так вот. Вот. Чем старше мои малыши становятся, тем кусочки мяса становятся крупнее. Когда они были совсем маленькие, я делала, конечно же, очень-очень-очень мелко нарезала прям... Чуть ли не как пюрешка получалась, как паштет. Сейчас уже можно покрупнее. Асланчик может, в принципе, и такое мясо есть. А вот Зихрашка, она не любит все крупное. Поэтому вот так вот расфасовываем. У меня получилось из килограмма мяса 7 вот таких вот пакетиков. 7 пакетиков. Идет морозильник.
Сейчас буду делать детям куриный фарш. Опай. Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас воскресенье, и мы решили с мужем поехать в торговый центр кое-что прикупить. Хочу Зихрашке купить новую обувь, потому что ну, это уже мне не нравится. Асланчика папа отвез сейчас к тете. Тетя посмотрит за ним. Ну, сейчас у него дневной сон, он, скорее всего, будет спать. Выгляжу я сегодня вот так. Мои брюки из последней покупки. Ну, я не показывала вам их. Кофточка с Алиэкспресс и пиджачок местного производства. Погода у нас солнечная, но, судя по температуре, где-то 6 градусов, по-моему, сейчас показывает. Не знаю, посмотрим, но дома у нас жарко. Прям вот я сейчас оделась. Жду, пока муж приедет. Очень-очень жарко. В торговом центре поснимаю, что получится. Ну, думаю, в принципе, получится. Это как, когда идешь с одним ребенком. Проще, чем когда с двумя. Итак, приехали мы на парковку. Подземная парковка. Очень удобно. С парковки сразу вход в торговый центр. Зихруня заснула. Сейчас будем ее потихонечку вытаскивать и перекладывать в коляску. Это вечная проблема у нас, когда вы, куда бы мы ни ехали, кто-нибудь из детей, конечно же, в машине засыпает. Принцесса. Вот так спит принцесса. Мама ее сейчас вытащит. Зашли мы в сам торговый центр. Мы здесь в поисках химчистки. У мужа есть одна куртка, которую стирать нельзя. Мы ее покупали в прошлом году. Либо за прошлым, я уже не помню, зимой. И там только химчистку сдавать. Облазили чуть ли не весь торговый центр. Не можем найти. Он просто огромный. Какая красота. По магазинам еще не ходили даже. Еще не было возможности. Когда проходишь мимо какого-то магазина, сразу вспоминаешь, что тебе нужно это, тебе нужно было то и так далее. Надеюсь, сейчас мой муж быстро найдет свою химчистку, и у нас будет время спокойно пройтись по магазину. А внутри жарко. Нашли мы химчистку, но мой муж предполагал, что пока мы здесь будем ходить, ему быстро-быстро почистят, но я его предупреждала, что так быстро это не бывает. Мы же не верим. Завтра вечером сказали, пусть забирают. Итак, вон детский магазин, но я не помню, там, по-моему, обуви нет. Так, здесь на этаже, я помню, было несколько магазинов детских. Угу. Начнем с того. Нет, здесь точно ортопедической обуви нет. Нисколько ортопедической, просто с плотным задником нужна обувь. Сейчас, конечно, зимние куртки все со скидками. Бурда, а якобы йог. Чё казбище? Орас и бокал. Нужен такой магазин, где много-много обуви. Посмотрим в Панчо. Здесь игрушки. Игрушки сегодня не покупаю. А, вон. Мак. Магазин обувной. Сейчас пойдем зайдем туда, потом Панчо. Я надеюсь, здесь не вся зимняя обувь. Здорово. Сейчас мы посмотрим. Нятиня, ты его выбросила? На. На.
Кони, а вы? Мя-мя. Убежал. Убежал. Поехали. Папа принесет твой шарик, не переживай. Папа, это надо? Так, потихонечку, потихонечку. А, кстати, туфельки купили мы вот эти. Вот эти купили босоносочки фирмы. Как она? Прошлые тоже были этой же фирмы. Викку или как она там читается? У меня закончился шампунь, не шампунь, а бальзам. Хочу прикупить. Вот этот вот у меня недавно закончился. Нифига себе, он подорожал. 80 лир я брала, когда он стоил где-то 50 чем-то, по-моему. Да уж. Ну, я не в восторге от него, потому что им нужно много раз промывать голову, чтобы она запенилась. Вот это хорошее, мне нравится. Это мне очень нравится. Так, так, так. Это у нас шампунь. И такой же я взяла бы бальзам. Так, у него цена сейчас 50 лир, а с карточкой гратиса 30. Очень даже хорошо. Вот этот мне нравится. Запах шампунь, шампунь. Кератин, протеин. А, вот кондиционер, в принципе. Но у него есть один минус все равно. Очень тяжело отсюда выходит продукт. А ну-ка, подождите-ка. Что-то новенькое я здесь вижу. А ну-ка, понюхаем. Опась. Очень сладкий запах. Сладкий-сладкий, прям удушающий сладкий. Посмотрим еще что-нибудь. Урбан, что это у нас? Ачбакме. Как раз для сожженных, для пережженных. Неплохой запах. Может быть, даже я вот это возьму. По цене он 32 лиры. Или все-таки этот? Ой, нет, этот. У этого запах просто обалденный. Опа. Фонарь тут? Так, в общем, еще какую-нибудь отдельно маску для волос я бы взяла бы. Не знаю даже какую. Что-то я здесь не вижу отдельно маски. Только вот Эльса вижу и все. Она для каких? Может быть, ее взять тоже. Господи, вечная проблема. Взяла еще вот такую вот серию, новая какая-то серия Aqualight. Ну, может быть, не новая, но я вижу впервые. Сейчас посмотрим еще что-нибудь. Так, мне нужно для мужа взять. Это для мужа взять мочалку. Я повыбрасывала все его мочалки.
Не вижу. А, вот здесь. Когда я искала, мне не попались вот такие вот щетки хорошие. Супруг у меня любит мягкую такую мочалку. Да не знаю, что ему взять. Может, щеточку. Народу очень много в торговом центре, куда не зайдешь. Везде очереди. Дебрашка капризничает. Ждем папу, он расплачивается. Еще говорят, что в Турции кризис. Ну просто не протолкнуться в магазинах, особенно в таких магазинах, как Катон, Байкики, Али, Дольче, Дольче, Дольче. Что ты делаешь? Вредничает. Сейчас у нас уже время кушать. Пойдем где-нибудь, я ее накормлю кашкой. Вредничает, но все равно не так плохо она себя ведет, как могла бы. Аджикмиш.